парк есть. Выходим сюда кормить животных. Другую возьмешь? Ну тогда еще тоже. Они знают, морковку любят. Ну, нате. Хитрый, да? Собака тут нервничает. Собака, вот это дуэт. Ну, если покормим. Собаки просто хотят играться с лошадками. Они хотят драться. Драться? Да. Да нет, они хотят играться. Вот он, смотри, он... Он смотрит, что лошадка делает. Качается. Видишь? А собака хочет к ней. Вот и говорит. Пустите меня, пожалуйста. Так, кто у нас следующий? Зебра. Зебра. Бананы возле зебры растут. Тепленько. А давай попробуем ли яблочко, или морковку ей дать. Вон бананы тут растут. Зебра, привет. Достал? Да, подходи, подходи. Еще ближе, ближе поднеси. Здравствуйте. Да. Держи яблочко. Оп. Заканчиваются лошадки и начинаются обезьяны. И это все на набережной почти. Вот они. График работы. Кроликом пошли, кроликом кормы. Обезьяны здесь. Что-то обезьяны попрятались. Ну, потом подойдем к ним. Сейчас у нас. А, там очередь кроликом. Чавкают. Нет. Балуются? Да. Какие тут кактусы? Птички где-то. Обезьяны, птички, кто-то кричит. А вон зеленый. Риша! Зеленые. Пара. Вон два. Мальчик и девочка, наверное. Видишь в окне? Да, привет. А кто там катается? Вон они тут катаются. Вот они, да? Такие красивые, яркие. Да. Морские свинки. Вон целое семейство тут. Туда заходить нельзя к ним. Тут жарко. Вот такие вот. Много-много. А тут кто? Вон они. Ага.
Вот тут попугайчики тоже там спрятались. В Диего были такие, да? Мам, а давай посмотрим сегодня Диего. Давай посмотрим. Мама, смотри! Пошли мы. Обезьянки. Ну, такая вот порода. Что-то одних закрыли. Что-то такого одного только выпустили. Назиха? Патмы. Тенечек с пальмами.